Где-то еще не настолько старый, блядь. Скажи ему, хоть и Виагра ебанет. Сюда. Зачем вы деда обижаете? Хуёво, когда висит. О, еще один умный, блядь, появился. Ебать, нахуй. Так долго фонил, чтобы это сказать. Нам можно это из школы выйти, потом выгрузить. Сериал какой-то просто. Можно телевизор рухнуть, пожалуйста? Так, Ctrl D, понизить громкость 50%. Угу. Нахуя? Что ты фонишь? Там, блядь, я хуй знает, у меня на кнопке, она, видать, сама нажимается, я не отжимается, видать. Сама нажимается. Не, ну я с телефона типа сижу, блядь. Нажал, отжался, все. А я думал, там... что Switch типа берет и сам, блядь, опускается. Там шеф стрим просит, дайте стрим шефу. Нихуя. Сет читал. А чё шеф-то, ну, молчит вообще? Да, вроде я говорю. Да, ты-то тут при чём? Я обиделся. И похуй. Пусть заходит, бежать, что ли, свой жгут играть. Блять, Бен, харе там вначале дрочить. Беги. На тебе, блядь. Рыбу кушайте. Чё, я могу оффать, да, стрим тогда? Ну, получается, да. Да, деда что-то мне заходит. Я всё равно скучный стрим. Как, первый ЦДК по консулу? Какой консул? Чё, ЦДК по консулу? А чё, ты ЕПП хочешь забирать здесь? Нету. А чё, великана бить будем? Вроде как, да. Ну, чисто пнём его один раз. 47 минут собираться. Ну, на прод хочется. Можно сказать, еще. Что. Давай без вайда, пока он там зайдет, вот это вот все. Все, давайте. Да, так я по позициям. Давай, прод. Поставь шкаф. Он на прод с умнем. Лок бежит. А зачем опрода брать, если у нас деда зайдет? Деда долго это... Дед. Прода, ну, типа, во второй пойдет. Дед лагает. Замени, дед лагает, вроде сидит. Ну, а прод даст 700 миллиардов дэмэджа. А, ну он на второй полет. Ну, у нас второй рейд есть. Тебе тоже надо пронести. Да нет, там не надо. Да нет, там похуй. Ага, я? Вот так я про него плеваю. Разлагал. Я даже в рейде не одна. Подсчёты только пуляйте, плиз, блядь. Да, систем. Пул 5 секунд в чат. Пишите и все. Здорово. Ну, если еще здорово. А что, пристабав будет, не? Нормально, что там кто-то хуярит. Да нахуй вообще я пришел в этот сыр, блядь. Без бафа. Юля, давай. Кулак пристам, дайте тоже. Эх, ой, дауны. Спасибо, что под счету, блядь. Хан, правее, встань. Попадает в это. Нет, мы собирались. Нет, 40 минут. 29 минут. Да, в натуре. Что там, Джон Буря? Хреново, когда выкидывает. Хреново, когда висит. А когда выкидывает, нормально. Так а чё, кто лево-право на крутишке, на крутилке стоит? Ну, танки разойдутся, и все. Пять из солевого по водикону.
Либо далеко. Беги, малышка. Ваня, ты если что, чекай, я не могу видеть осколки. Угу. Шипы наводящим. Орды развернулись. Шипы добить. Стойка тут. Если Логан Садун обнулет, он сломался нахуй. Не работает. Конечно, лут дерьма, ну кроме боешки. Еще, ёпта. А, то... Да ты око закинул. То боец, я отдам, если надо. Я заберу. Кому скинуть? Холидринку отдашь. Я ПВП-щера беру. Это кольцо. Дай лукера. А как передать лутера? Слава. Слава. Я как и ты был на цепи. Угу. Я не понял. Надо забрать. Там Войд спамит в гильдию. На замену Войда. На РТ. Кого там сейчас шотнет, интересно? Всех нахуй. Черепом с рейда выбегайте, блядь, ёбаный. На мне нету дебафа. На мне черепа сейчас ребра висит. Метка на маге дебаф был. Да, на маге был дебаф. Да, ассиста. Метки поубираю нахуй. Друид, рестер. Там это ГПшку закинь на этого карбонару. Полтинник.
Ничего, тогда шкаф. Чисто, дай. Снимайте рависта тоже, пожалуйста. Лутера дай пока. Ого. Да, я помню. Да. 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашим... Я трэш ебаный. Че, Геро, добиваем босса. Пизда котятам. Меня заебажили, блядь. Пизда котятам. Нехуй под ногами вот это шлет. Ебать, как ты себя разорвал чисто очко. Вот сейчас бегает в начало инста там хвост. На великана. Ну все, ГП друидам, контроль не дали. Блядь. Да. Да, лучше бы ты об этом не говорил. Сам должен был законтролить. Спирит. Ты не в силах противиться моей воле! Спирит. Spirits. Ничего не вырвал, грустно. Сиди, отдыхай. Почили. На всё воля господина. Хуета. Лут говна. Хуета. Чё такое? А вы чё?
думали сразу, там, не знаете, кого лет? 20. Перед Долгонога. Да. Ну, как минимум 40 осколков я рассчитывал. Да, с первого босса просто ракет падает, да, конечно. Да ладно, Войт, можешь в Редрика спекаться. И праведная выруби. Благодарю вас, пока вы не прибыли силы. А нахуя ты танк? Зачем нам три танка? Третьим, причем. Три. А я типа шутка, да, Войт? Захан для себя теперь шутка, да, получается. Блять, я тебе три дня про это говорил, нахуй, ты говоришь мне, ну в обычку 25-ку пойдешь. Ну, блять, потому что я... шея с новолуния, камушки перебил по твоему гайду, нахуй, ты ж мне сидел, объяснял, нахуй, что камни какие перебивать, что забыл уже, блять. Я, конечно, понимаю, что старость не радость, блять, но не настолько же, блять. Я Войт, домаш. Ну ок. Забей на себя. Юля. А великана бить что не будем? Жуки, там великан. А что, квест на великана? Да. Ну да. Да, летите, берите. Да, да, да. Мы ж на леди еще говорили. А что, квест сегодня на великана? А что это? Убейте какого-то бича. Что это за кроль какой-то, блин? Еще ебт. Отказаться. Как умереть, нахуй? Правильно, выруби, блядь, заебал. Для ГП вижу, нахуй. Блядь, за праведное. Спрыгни вниз. И бабу прожми. Прыгнуть, не выход. Ага, прыгай, не буду. Суицид не выход, а вход, запомните. Бля, меня этот заебал уже череп надо мной. Можете его кто-то убрать, пожалуйста? Не, все, похуй. С ребра просто висит. Это клеймо, нахуй. Сейчас мы тебе клеймо сделаем, блядь. Он, Юля, он идет с другой стороны. Вот этот. А что туда все побежали? Надо грибнуть его просто. Твоего дедушку. Там дойду, да? Легче стало, гриб. Да. Спокойней. Спасибо. Давайте, это программа «Сдохни или умри». Кто сдохнет у нас? Очень интересно. Давайте, парни, стака расколом. И мат ШВ давать. Полезно. А с ШВ это да, это тема. Смотря какие. Пропусти рты. Да ты на сайт Сириус напиши и все скажи, типа это... Там проблемы, эй, баги, лаги. Мне вообще султан идти, как его, духи на ханте кастовал. И метки. В трех соснах заблудился? Смотри, где светло, там выход. Там синяя жопа у него на весь экран.
Так, ну... Надо съесть босс. Давайте после кораблей зададим. Отутилар. У меня все хорошо. Ясно, бич. Бич, понятно. Так, бах. Перекинул, успел. Да, так на меня кто-то перекинул, сука. Чтоб мне с ней бегать. Что, до концерта, да? Потом 8 потом пойду. Блядь, блядь, на танка нахуй. Запустили, блядь. Да сдохните уже кто-нибудь, блядь, с этой чумой, нахуй. Надо выбрать, ну, кого продать. Негров. Продадим. Тебя продадим, блядь, ты бесполезный. Бля, если тебе наш танк рискнуть, а? Танка сложили, вы на приколе? Ну, реально, вы что, ебать дауны, блядь. Это за Ханыч, блядь, кинул эту чуму. Блядь, заразил всех. Да нихуя, блядь. Берти, Юлия. Обычно негры с Африки такую хуйню привозят, блядь. Не знаю, не знаю. Он кто-то рисает уже. Все, захильте, захильте скорее её. Захильте Юлю быстрее. Чё, не только помало. Она уебалась. Она с корабля уебалась, потому что лагает здесь. Когда а, если... Ну не лагает для... здесь, типа. Корабль. Прыгай на тот корабль, я здесь потанчу. Окей. Хильте полидрин. Ладно, я сяду, посижу. Заморозка 2. Ну, Мурадин, а кто это? Танк будет? Нет здесь? Хороший вопрос. А во лбу пизда горит. Смотрите, я не спорю. Не до танка это. Не, это не проебить его. А Мурадина! Да у нас Мурадин бегает по кораблю. Ёбаный насос. Саунтит его, блядь, и запрыгнет на шпиль. Ну, у нас Роганский. А чё вот та... Чё за хер? Я понял. Бежим, бежим, бежим. Я понял. Я упал. Танк помер. Ты упал? Ебать, дракон нахуй. О, дракон. Охуеть. Куда ты, хуя тебе, блядь? Ёбаные бичи, блядь. Я надеюсь, это не записывается, да? Записывается. Снится потом будет. Уронили танка, второго танка, я могу на дракон прийти, откуда, зачем? Если на кораблях такая хуйня, то я представляю, что будет дальше. Портанула? Я первый раз такое вижу. А, бывает такое, да. Если чуть раньше захочешь, чем надо. Это не специально понял, что произойдет. Да, все боишь. Нихуя себе. Все, войду. Хламида профессора там. Сейчас мне просто ОД. Багруха. Я понял. Багруха. Понятно. А мне наступало как раз багруха. Пентель богатый будет, слушай. Багруха стоит за полтол где-то уже. Да, на лане я могу и ролить, правильно?
Ты не можешь вот. Ее ролить на лане, так как да, это БЕ. Но ты можешь продать ее за полтос спокойно, даже больше. Ну, вот спасибо, толк. А мне читай, блядь, за полтос. 40 кет вроде показывает. Охую, блядь, полтос и не... Можно месяц продавать на полтос. Как раз до следующего года будешь продавать? Да не, она быстро продается относительно. Я же эту продал рукоятку за 25 за неделю. Рукоятку за 25? Да. Настолько и стоит. Запускай по их. Дамский наручи за 18 продал за неделю полторы лет так. Все. Вообще. Не, дамский я быстро продавал. Скин наручи. Здесь продать такой. Кольцо, клип, меткость тоже. Этот арпальская. Стойте, у нас релаксит помер. Ну как он помер? Пиздец, блядь. Я пойду лесно пойти. Тут танч на нашем корабле. Уехали, блядь. Ну чё, куда? Я понял, бля, какие вы. Пока, Мордон. Блядь. Не, вот, не вижу, что... Ну, нет ассиста, когда бой вижу, заканчивает, пока... тела вот туда выкидывают. Он лежит туда. Даже если у меня нету... Боя. Даже если у меня нету этого ассиста, все равно показывает. Ну, ты наводишь, тебе должно показывать. Вы видите? Что это там вдалеке? Каску дайте. Да мне сейчас, блин, ничего не надо. Дайте каску, пожалуйста. Five, алло, four. Ёпта. И додолыйся. Алло, ну, паладины. Я же во, ну, блядь, во втором рейде буду паладином. Я хуй кого бафну потом. Алло. Чё там? О, а я с вами. Алле. Ну как с деньгами? Так я сдох, я не знаю. Меня стало после... наверное, вперед Юли. А, Юля стоит на нашем корабле. А может у нас варп, ну, постоит? Так вар и стоит. Мне страшно. Юля, отойди. Может быть, забудем все, не сбежим. Нихуя себе. Давай не будем. Ебал там. Нихуя себе, блядь. Кто такой динозавр там вообще? А почему? Вы этого колдуна думаете убивать, или мы тут втроем будем носить его? Добьем мы колдуна, дядя. Это целка 25, оба. Может, от ракетки не отбежал? Я сдох. Она тут не толкает? Она вообще не дамажит. Она не дамажит, ты хочешь сказать? Она вообще не дамажит, она нифига не дамажит. Ну а вдруг он нет, тонкий, нет. Я услышал. Ну, я проверял уже. Я встал просто под нее. Зачем? Не надо, не надо, все нормально. Алло. Алло. Мор багается, что за хуйня? Кинуть не могу. Алло. Как с деньгами? Че? Как с деньгами? Какими деньгами? Деньгами. Которые вложил. Да, вложил. В капитал прожиточного минимума. Алло. Алло, блин. Зови меня с собой. Корабль под обстрелом. Заклинатели сюда, мортирщики.
Безобидный развод, нормально. Ну, сейчас так же разводят. Только на деньги, да, на деньги. Это называется просто скам. Аманда. Скам. Скам на налик. Нифе. Вот, ну, кам это мерзко, да. Это то же самое, не что очень. И шиперить. Да. Понятно. Бля, не добился мляма. Слава, чё по шиперсу? Че? Бля, ресните меня, пожалуйста. О, ресните его сейчас. Сейчас ресните. Хорошо. Понятно. Ну, ладно. Всем фанатам какого пиратам Карибского моря посвящается. О, я выжил. Лут не показывают. Я выжил. А дайте что? Фул грибов по друидам и по о, всем поешка. Рейдерам этого рейда. Соберу. О. На рогу. Пон. Копрофильная? Если что она это? Сухая, это нет, нет. Почему у тебя только это об этом об одном? Для семечек. Для семечек. А можно рыбу? Кстати, Войт, Войт, давай сделаем с тобой это челлендж. Вот ты берешь, разбегаешь, отсюда, прыгаешь с корабля вниз, и если выживаешь, то тебе 100 голды. Челлендж. Ice Bucket челлендж. 100 тысяч? Для Войда. 100 голды, просто голды. Дайте Войду парашют. Так а что, рыбку можно? По поводу. Типа писал привет. Еще писал, что с деньгами? Там что, рыба? Рыбу и бани. Рыбы не будет, как и Нового года. А что нового, что тут Новым годом? Дайте рыбу, спасибо. О, спасибо. Самый важный баф в рейде. Какая каска? Бать, рыба, халяль. Вас когда-нибудь пиздили пылесосом? На? Было дело. Пылесосом? Нормальный экспириенс. Интересно. Ну, всем пылесосом как железная палка от нее, но очень весело было. А на рыбе уже гастроли снес. Непорядок. Устраивали светло. Вот так и становишься паладинами. Я... Ай, как бы ладно, окей. В душе что тоже ты? Паладин. В душе. А ты? Амеба и дебил. Поясни за свет. Поясни за паладина. В туалете. Поясни за проводку. Да. А что проводит? А куда проводит? Я дал этой суке влагу. Знаете, тут это анекдот из такой темы, что если поцеловаться, то образуется туннель с двумя жопами на концах. Осуждаю. Ну да, так и есть. То Бен влажный? Да, она сухая, это нет, нет, нет. Как говорит Бурябань, на сухую пошла нахуй. Зачем вы это говорите? Понятно, меня прокляли. Отпроклинайся обратно. Нет, меня просто прокляли.
Ай, проклятие. Да, мне нужна сука, будто я собака. Ладно. Почтите. Филяй их. Пися, попа. Кинь ДПС, пожалуйста, вот этот в ДС. В Награнде, рядом с матерью и предками. Тамара, да, он передамажил только Вайда. Я знаю, но у меня же такой слабый ДСШП. Я вообще не собирался при сегодня никуда идти. Пришлось. Я вообще нихуя себе, блядь, ебал. Поебал? Ну, бой быстрый, поэтому такой ДПС. Да. Нечестный ДПС, я бы сказал. Вот. Фейковый. Надо в гире тестить. Угу, но... Это потому что... Подучил молодого. Потому что ШП. Хотя чуть ты... Ну, он постоянно меня спрашивает, как что дамажить. Получается, шелфер бич теперь. Раз. Школер, скажешь. Посмотри на бича, который вон там. На 200 ДПС. Нихуя. Спасибо больше, что в меня веришь. Да, после Мародина точно есть. Спаси жопу, блядь. Да ничего, бывает, блядь, ты не грусти, главное. Сдашь ты еще этот экзамен у танка. Ну, понял. А я какая-то штука получается, да, уже стала? Да, до тебя дойдем. Ох, Леон, это забей. Мы раз 60 повайпимся с ним. Ну, с ним. Лутера, дай сразу. Во тьме или в свету? Везде. Баба. Блять, одновременно не, ну, прыгая просто. Во тьму, Заханыча поставить, это все забей. Вайплей, да. Там предел траев будет превышен. Ля, уебаны, блядь, сидят нахуй, крысы, блядь. В смысле? Ну мы по фактам просто тебе раскладываем. Ну типа, ну, просто его тяжело во тьме танчить. То есть вообще нахуй, да, вот, ну, то есть сразу просто, вы вот педлики... Там только вы танчить можешь, чтоб ты понимал. То есть, блядь, научиться, типа, вообще ноль шансов, да, то есть ты считаешь? Ну типа, есть шанс, но когда ты будешь учиться, мы просто будем пока давайпаться. Тоже верно. Ну, тебе, надо, тебе надо симулятор скачать. Слышишь, приходишь и симулятор Халеона, да, я так понимаю, где называется? Симулятор рук. Рук? Не, приходишь такой на РТ, узнаешь, кто танк, и потом идешь на РТ или нет, да?
Да. Ладно, я вас понял, нахуй. Во-во. Так и проверяется танк. Потом ты им будешь весить 5 контента. Это тест на этот, на стрессоустойчивость. У Ица им засунешь. Если бы я не был стрессоустойчив, я бы обижался нахуй на каждой, над каждой шуткой, блядь, поверь. Ну есть вот один. Ну я тоже, да, есть вот один чувак. Кому нужна вода, когда у меня есть влага? Скинь попить. Саня, команда магов. Скинь с окна хотя бы, ну плиз. Пить хочется? Не впадло, я сосиску ем. Да, ну хотя бы в пакетике. В кожуре. В кожуре. Спроси, за чью ты говоришь в кожуре? Да. А где живешь? В конуре. Сосиска на сухую — это нет. Ну а кто, блядь? Ну а кто, блядь? Чё, мутить будешь? Или обосышь? Вы ещё барабай, там ещё раз гоните, сейчас он начнёт. Это вообще пиздец будет. Так что лучше не надо. Да, знаете, статый анекдот надо. Про... Лучше не надо. Рулят КамАЗ. А его нужно рассказывать, интересно. Ты не о том попросил. Я умер. Да рассказывай, Бен. Гуф ты умер. Мисси Гуф жив. Я на помер. Ладно. Ну а Бен нет. А Бен нет. Ну по факту. Не, его надо перечитать, чтобы хорошо помню. Хуя. Берите. Это про дверь? Сейчас получите. Алле. Переживатели приближаются. Анекдот про дверь? Да хули комбат ебать. Да потому что сзади трэш. Держан, вставай. Эй, Ржан, бля. Ржан. Ржан. Не, это не тот видос мой. Это сборник мемов. Кто раньше спулит 100 гп? Да, кто не по отчёту спулит 200. Сел на пенёк и задохнулся, нахуй. Блядь. Понятно. Кринжевики ебучие, блядь. Кто будет во втором ряде, мне интересно очень. Я? Я не знаю, мне очень интересно. Интересно, что может быть интересного? Интересно. Нет, а нет, два раза нет. Я могу. Кринжанем. Да он сосиску ест, он уже сказал. Мэктап. Чё, кто танчит? Мэктап. Мэктап. Опа. Да, ты как больной. Эйкон. Нет, это ты как больной. Мэктап. Мэктап. Ты косяйся, парень. Не-не, ты как больной. Мэктап. Ты как больной. Там не было смэктап. Там было смэктап. Не-не-не. Там было смэктап. Смэкзет. Смэктап. А когда мы смэкзетом появились? За деньги, да. За деньги, да. Я вообще делаю, что хочу. Понятно. Нужны импланты, звоню врачу. Эти роликсы. Ну вынесите одну. Смели одну, вынесите спору. Я понял, блять. Почему РДД стоит в мели и бьет? Вопрос. Тебя ебет? Ебет. Ебет хуёво. Ну да, заханыч, ты-то шаришь. Хуяйся.
Хуя себе, блядь. Как послушаешь, прям это интеллектуалы все. Че, мужики, сегодня в библиотеку пойдем? Да, успей, жди, Боря. Блядь, заебало спару кидать? Скажи, чтобы не кидал. Я ему говорю, блядь, слушай ты. Папочка, у меня получилось. Папочка. Ложила чисто. Учить надо его. Танк моча. Ну че, я думал, заберут они или там все нихуя. Не надо. Они тебя скамят. Ничего. Я понял, бля. Последнее слово будет за тобой. Ай, спасибо, Шалфет. Кому? Вот говна. Вот так вот нахуй понадеешься нахуй на команду, блять, а потом еще и хуесосят, блять, нахуй. Какую команду? Это что, дота тебе? Ну, блять, в смысле, один за всех и все за одного. Не, не так запомни, даже в доте тебя свои хуесосят. Понял. Один против, бля, против девяти. Просто один. Классика. Ну, на четверке один vs 9, там сложно играть, блять. Ну, да. Началось, заткнитесь. Думаешь, на керри 1 в 9 легко играть? Как-нибудь. Контрас вижу, нарко. Зачем, блядь? Помазаться. Войд, кровь траду закинь. Прол Д. У меня нет, блядь. А кто там, нахуй? Просто лутер дайте ему. Эвилаша может поводить, слизней поводить? Может быть, ты лучше поводишь? Да, я не умею. Смотри, вешаешь та этот бдилку на Юлю, и все, у тебя таун без КД. Окей. И два чарджа у тебя должно провокать этот чардж и перехват. Да, должен обязательно быть это на панели. Понятное один дело. Один могилу, блядь. Другой на улице. И агрик сначала через это, либо через мощный щит, либо через удар грома. Вообще весело будет. Ну, я так и начинаю. Показано с удар головы. Найс. Да, головой удар. Отлично. Ну, я нахожу себя, и чё дальше? И чё дальше? А, ну всё, блядь, я не промешаю просто. А можно отказаться от ЕПГП и просто взять себе, по идее? Так работает. Себя взять? Да, в руки. Возьмите себя, блядь, нахуй. Принять. А можно каску под... Мордаунт на сухую, это нет. Блядь, Сань, всё хорош. Спасибо. Дайте кулак по престам. Только разгоняется. Кулак по престам? Сейчас сосиску да, поест, потом меня. Еще вафли со сметаной. Вафли со сметаной? У него была вода, и я подарил ему свою влагу. Ресторы, там второй будет рейд. Ждите, ожидайте. Или вы со своей влагой? Если на лане ничего не будет. А, не. На синдре. Лага течет. Если с ним. А ты его диспадишь, чтобы он был? А че его забрать, блядь? Подбеги к нему. Я возле него стою, смотри. Понял.
Ну вот я поэтому говорю, когда большой соберется, ну тогда забирай. Понял. Вот так и вот. Вот, собрался. Я жму все, блядь. Ой, ёпта. Лунной походкой. Билли Джин. Опа. Бля! Когда он кончит, скажет: «Ммм, какое вкусное мороженое!» Блять. Вы меня пугаете, но очень весело. Что со суд чемпионами? Бибу. Чупа-чупс? И вот. Бичше. Но есть и отличные новости. Гниломон сдох. Хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Ров шарит за влагу. Вань, кинь мне этот ДПС с Тухола и Гнилова вниз. Да не, да. Просто скрин. Да я скинул уже туда. Дашь лутером? Мне шалфир. А гниль какая? Это из... А, это из гнилого. А с тухлого есть, а Ваня, этот ДПС? СС. СС. ССовец. Грустный. Все свои. No way. No way, bro. О, oh, Магина, Магина это же антимага так называли. Да, Магина. Магина. Магина, Магина. Мадина? Окей. Кому СС? СС. Секс. Не надо СС. Секс. Это хорошо. Я не боюсь шишек, я боюсь подмышек. Секс. Главное, чтобы Зибен. Был защищенный. Главное, чтобы подмыха была не лосовая. Угу. Видим, жаркий день. Да весь плотно раскуриться пошел, пуляйте. Подбегает он, подбегает уже. А кто на боссе-то? А. Войд. Войд. Минус припот. Юлю, ход и чё? На квест делает. Куру кубину кошмарю в город. Обходите Юлю ещё. Привели.
Она хоть успела плюнуть? Плюнула. Это нормально. Там же ж профа плевать надо. Нет. Какого профа, блядь? Сиди, не умничай там. Умник. Ебать, попустили, да. Пиздец. Правильно сделай. Да, его. Эльмишки. Юля, выражал, клюй. Таганский, все будь. Choking. Hollow cast. Спасибо, бичи, блядь. Элеп, череп. Водиком бернишь, хулидрин. Спасибо. Разбав. Пошли. Choking soon. Puddle cast. Choking. Choking soon. Gero. Героин. Героиновый шик. Призендору слушай. Забирай, забирай. У меня минимум слаков, я как ракета. Эй, молния! Молния Маквин, блядь. Твоя сука влагу, но она не таблетка. Сколько там? Сколько, Ваня? 33? Ты в них по приколу, а? Ты в них по приколу сливаешь, Войт? А зачем мне? Что мне опросить? Делаешь себе сет 4-10, у тебя появляется эта кровавая ярость, становится твоим сейвом на 30% повыше. Этот бог делает. Охуительный. Прочитай, что делать 4-10 там. Это твоя сука, но это не моя проблема. 4-10? Да, просто читай. Ладно. Ну там лично сейв появляется еще один. То есть типа 4-4 это масс сейв, а 4-10 это личный сейв. Ну там тоже, знаешь, надо смотреть. Когда он нужен, когда он не нужен. У меня есть. Не, ну купить можно, просто чтоб лежал. Ну, типа, ну как по мне, вроде типа этот попизже выглядит. Оденешь ПВП, обойдешь по товарам. А делать мне больше нехуй, блядь. Ну я не знаю.
Нет, ДК моего хватает. От просто. Босса зависит. Где-то рейд прошибает, где-то тебя. Мы курим, бля, елки, это Happy New Year. Блять. Ребенку еще хуже. Он. Ты не рэпер. Ты же даже не трэпер. Он не трэпер, он трипер. Аспекта выключить. Андух стаи, блядь. Потом он и знал, что это Eminem был. Ан, блядь, вы заебали, я говорю, аспекта выключить. Пиздец, блядь. Кик хандл. Ну на приколе, нахуй. А уже как? Что Eminem гей? А я не знаю, там два ханта, блядь. Ну и чё, Войт, вы подрались по итогу или чё? А чё не важная там, информация, ну-ну. Хэл Нигер. Лутера, да, и слава. Вы 5 километров шли, он тебе про трусы рассказывал? Только... То есть она пожалела только потому, что у него были трусы Кельвин Клейн. Не, ну Кельвин Клейн это хорошо, но вот Дэвид Блейн... Дэвид и Бигем. Дэвид Блейн. Томми Хилфигер. Не, вещи людей не делают вообще. Получается, мне нужно тоже надеть Кельвин Клайн и все пожалеют? Кельвин Клайн для бичей. Не, Мардаун ты ничего не помнил. А, он просто купил их. Просто у него есть влага. Потому что он за деньги, да. Будет ШМ, Юля моя. Что? Какая? То, что? Ну, в чат посмотрите, в рейд. Глупая. Хочу стать Юлин. После буря вайпера. Ну, брат, разогнался, похоже. Брат, сейчас все возможно. Такое время, после бури станешь. Можно и не только Юлей стать. Сейчас у бури подойдет, чат просчитает, нахуй. Так, куда, бля? Мне кажется, Бурябай догнался. Роганским очам мобов не держит. А просто Бурябай знает, что на суху это нет-нет. Мне кажется, надо девиз гильдии поменять. Меня убили. Самую быструю кошку на западе быстро трахнули. Меня трахали минуту. Да не, я видел Сань, там за, Сань, буквально Сань. Полторы секунды. Сань, за сколько в рот возьмешь? Бля, я думал, скажешь. Ну, секунд... Секунд пять. Да, 30. Как вы там чё вообще курили? Скажите мне, я тоже хочу. Носки. Называется... Называется два дня вместе БГ бегали. Наша влага — это благо. Запомни, сын. Пожалуйста, МБГ не добегать не буду. Миска, ты сидите в трусы на сына. Я хоть знаю, с кем МБГ больше бегать не буду. Просто встречу моментально не внул. Там вообще. Правильно, лучше не надо. Вы там тоже такой фрикуете, да? Мы когда сидим вечером, мы так фрикуем, пиздец. Тут-то мы так по лайту еще. Понятно, что вы отдельный канал уходите. Если мы сидим, то только чего? На солях. Если колбаска, то только солями. Так, Саня, команда магов быстро. Я пошел нахуй. Пожалуй, я до связи. Ну-ка, сейчас по...
Потеряли себя, нема, нам не надо манда, команда мага, флабанк, зомби там, битом, игриво, так, пока, бокам. Кто за браваду выпивал? За браваду тут тупил убитый капитан, а капелла менее допет, не насыпал грусти для лайфа, а чё не фонтан? Боешка. Там чисто Бурябай сидит, качает. Это сын Мияги. 500 голды сейчас якобы стоит щит. Ой. Да ну нахуй. Охуеть, заверните два нахуй. Ой, это можно здесь оливнуть, а там еще пройти базу. Довели. Дайте кулаки. Дай, блядь. Пойду-ка я тоже музыку послушаю, пожалуй. Да. Ава. Раутера дай. А не, пускай поют. Я просто опять на свою что-то включу лучше. Серьезно? Я типа кадровист поет, все ок. Ну ладно. Кадровист-то? Ну тебе ж понравилось, как Саня поет твой. Five, four, спасибо, Войт, ты очень добрый. Ждем вайпа смотреть. Нихуя ты. Вы на пульте, блядь, хоть ёпта. Сфера. Имба, блядь. Бичи полетали. Это сова! Сова маши... Сова... Это сова на... А чё ровис танкует, блядь? Так бывает. Сова, у него перья. Ну... Ладно. У нас 5 сальф есть. Слава. Че? Это был хитрый план, чтобы отколошить фотку. Был хитрый план, чтобы отколошить припод. На пульте меня-то что ли? А ты где? Я тут. Vortex near. И тянись, а! Дайте Катрисе. Смотри, сразу замолчал. Нормально, ты чисто Скрудж Макдак, блядь. Кряхтишь нормально. Осталось только хрюкнуть разок, чтобы будет вообще с ума сошел. Он что не стоит, я думаю. Слова кончает, но это не та влага. Блять. Мало, хамтул 50 хп.
Релакс, детка. Ботинки. Какао? Релакс, детка. Воин, релакс, детка. Шуи найт. Войд, войд, тут кушак Джордана есть. Быстрее. Вторую тира, да? Зуба взломана. На засол. Слушай, войд, надеюсь, не будешь этот ролик кладать? Войд, мутит, блядь, на геру. Надеюсь, ролик не уйдет на YouTube. Надеюсь. Слава уже прямую трансляцию врубил, нахуй. Плак-плак. Не, ну да, умираю, по факту. Все знают, кто такой Заханыч. На Синдре дохнет. Все, никто не узнаем. На Синдре, конечно, ну ладно. На Халионе ты хотел сказать. Ну, а все мы знаем, кто такой Тотилар, которому по КД боб кидают, когда дамажит, да? Мне боб влетел два раза, но с этой минуты ты будешь боб получать по КД. Ок. Чё, кто там на боссе? Ну, пойди. Че, Юлю первый кусать? В кого напулить-то? Юлю первую. Дайте рыбу. А, ей же там зеркало получить надо же. Да? Да? А можно ребаф ПДК, пожалуйста? Тебе нельзя. Закройся ты, не до там. Какой ребаф? Дайте каску крестом, пожалуйста. Киску. Киска Маша. Чью киску? I'm ready, let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Уже здесь. Понял, Крабонара, тебя. Спасибо. Призон, Юлю кусаешь. Мордан твой на... Ну, у меня Маша в этом минута 73. Мне пойди надо на ДСД открыть, до второй ДСД хватит. Минута 45.
Да не меня надо было кусать. Блять, вы что, прикалываетесь? Квест не сделает, падаем. 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 Да. А чё надо, чё такое? Хорош. Ну укус надо было Эвилаше отдать. Я сказал призвану кусать Юлю. А, и три куса, три укуса. Такая ошибка, всего 25 гп. Блин, гп за это. Идите, умрите. Ошибка. Ну, призрак не услышал, наверное. Да вроде в 10, но может не услышал мне это. Призон, ты в Дисе? Не повезло. Иван, снимай ультраприст. А если она сагрится? Да не сагрится она. Ну вообще не должна. Ты дам мастер. Ну сейчас узнаю нах. Он не в Дисе. Не, ну вообще-то надо в Дисе. Нет ж. В смысле, он в Дисе, лол. А, или я не увидел, сори. Тебе сказали, тебе укус надо было Юле передать. Она квест сделает. Обнажите клинки, соратники. Фрейгулы насмерть будут стоять за королеву льда. Так она заодно КД сделает и... Чё? А так и растираться. Не, он про это... Он дальше укус... передать, она не сможет укусов она нужное не количество успеет. Передать. Сможет, но это надо будет стопать прям очень жестко. Типа просто... Нет, по-моему, не получится, нет? Всё, не успеет она. Можно рыбку пожевать? И каску по друидам. Лок, доставай свой шкаф, я буду его жевать нахуй. На колени, говорит. Кота на колени ставь.